Антон Володимирович Ткаченко народився 10 жовтня 1982 року в місті Бахмут Донецької області в родині водія та домогосподарки. Має двох братів. З 7 років продавав із мамою черешню на ринку, з 10 – телепрограми. Закінчив 9 класів середньої школи, вчився у технікумі, мив пляшки, займався боротьбою, тримав намети з продажу одягу. Розпочав бізнес у Дніпрі, одночасно вчився у Донецькому університеті на юридичному факультеті. Сьогодні Антон Ткаченко власник торгової марки KS Motivation, рекламної агенції KS Pro, студії звукозапису KS Records, блогер, меценат, ідейний партнер і керівник громадської організації «Кожен спроможен». Ідейний керівник проєкта KS Books. Головне хобі – гори. Головна любов – до світу. Головний сенс – прийняття себе і заняття виключно улюбленою справою. Біографія записана зі слів самого Антона Ткаченка. Вітаю на 9 каналі проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова, і сьогодні у мене в гостях пан Антон Ткаченко. Да, так точно. Пан Антон? Да. Нормальне обращение, пан Антон? Ну, сейчас это становится популярным. Раньше были паны, когда-то с этим боролись. Теперь возвращается. Мне кажется, я в Польше бываю, это звучит приятно. Угу. Ну, уважительно. Ну, сегодня побудете паном Антоном чуть-чуть. С удовольствием. Окей. Сегодня и завтра. И завтра, хорошо. Ну, это более уважительно, чем товарищ. Вот если это мужчина. Да, мужчина, ну вот как вам удобно. Или вообще эй. Ну, смотря в каком кругу можно и эй. Ну, эй несет очень мало информации в себе. А как мама называла? Антон, Антоша. Антоша? Да. Самое ласково. Любимое уменьшительное имя какое? Я не могу сказать, что Антоша это самое любимое. Я прям 2-3 человека в жизни так называли. И очень часто это режет слух, потому что если это не мама, я как-то вот реагирую. А так Антон, я к этому привык. Поэтому хорошо, пан Антон или Антон. Так, теперь давайте разбираться, кто вы есть. Я позже разовью мысль о том, что мы с вами коллеги, и это впервые. Я в своем эфире общаюсь, ну, практически с прямым коллегой, да? Ну, это громко сказано, я любитель, вы профессионал. Потому что вы тоже интервьюер. Ну, я не могу так на себя сказать. Я просто пытаюсь показывать через свой блог тех людей, которые действительно живут любимым делом, у которых горят глаза, и которые, неважно, что они делают, но они это делают с любовью, и они воплощаются, выражаются, они полны энергии, горят страстью, и поэтому таких людей приятно показывать. Я считаю, что в каждом человеке есть этот огонь, кто-то его, этот огонь, потушил в детстве, родители, они первые с лейкой стоят над человеческим сердцем, душой. Ну, общество ориентировано на деньги. А если вот люди, которые будут ориентированы на не деньги, а на занятия любимым делом, они получат и счастливую жизнь, и достаточный результат. Здорово, финансовый. Мы сейчас с вами будем заниматься любимым делом. Вы любите брать интервью, я люблю брать интервью. Но кто-то будет сегодня давать, кто-то будет брать. Это будет такой взаимообмен, потому что вопросы – это мой посыл, ваши ответы – это ваш кач. Да, у нас сегодня не будет соревнования, а будет такой вот рок-концерт, где мы пообщаемся. Кто-то кого-то качает. Окей, я буду как публика, а вы будете как артист сегодня. Давайте начнем с того, что Антон Ткаченко произнес фразу о том, что родители стоят с лейкой и гасят огонь. Давайте вернемся к вашему детству. Что было в вашем детстве? Кем вы мечтали быть? Кто ваши родители? Какая у них лейка? Или не лейка? Лейка, я думаю, была не одна, и потому что я с города Артемовск, сейчас он называется Бахмут, маленький городочек, и я с обычной семьи, водитель у меня, отец у меня водителем был. Я тоже, как настоящий сын, мечтал быть водителем, но когда-то я с ним попал зимой в такую ситуацию, когда нужно было бортировать колесо, тогда не было шиномонтажей. И он работал на таком автомобиле, как КамАЗ. И я, в общем, поучаствовал в этом процессе, я понял, что я
по-прежнему хочу быть водителем, но точно не КамАЗа. В этой части моя мечта сбылась. Я водитель, много путешествую, за рулем езжу, но не КамАЗа. А мать у меня домохозяйка. Она воспитывала троих сыновей без няни, без стиральной машинки, автомат, достаточно таких аскетичных условиях. Поэтому младший? Я средний. Средний. Да. Поэтому я в основном думал, как мне в этой жизни устроить свои дела иначе. И особо какого-то такого рвения, каким-то порывом, творчеству у меня не было. Я был буквально занят такими делами, как продать газету. Я в детстве продавал газеты. Класс, наверное, 8-й, 7-й. Еще пацанами бегали, даже еще раньше. А кем мечтали быть в детстве, помните? Ну, после того, как водителем, но не КамАЗа. Ну, так особо не помню. Я помню вот о том, что хотел быть водителем и много путешествовать. И вот в этой части все реализовалось, как я и хотел. Средний брат. Это сложнее, чем старший и младший, мне кажется, в любом случае. Потому что старший вроде бы как уже давлеет и руководит, а младший любимчик в семье. У вас не так было? Я не могу сказать о том, что любимчик или не любимчик, но опять же, трое детей, все они такие пагодки, быт, суета, какая-то вот нехватка денег. И вокруг этого вот прям вот такой истории, кто там любимчик, то ли не любимчик, не было, так вот не чувствовалось. То есть вам не сложно было быть? Нет, старшими, конечно, люлей давал постоянно. Это закалило? Это меня закалило, потому что бил он только у меня до какого-то момента. Но когда я пошел заниматься спортом, а я себя отлично помню, и тот посыл, который я дальше в своей жизни несу, он связан с детством, и это правда. О том, что вот в 8 классе не мог потянуться ни разу, и меня мой друг привел на тренировку, на борьбу, и тренер говорит, я не возьму это. И говорит, это? Ну, вот прямо это, так вот А у него там, вот, это такой мужик еще, знаете, вот такой вот еще с той закалки, мастер спорта еще всесоюзного масштаба, взрослый, и вот очень конкретный, очень открытый. Он мне дал неделю. Говорит, если через неделю не будет делать 10, он принимал через турник. Он как бы да, но пускай идет другим тренерам, я не хочу заниматься. Ну что-то 8... Время тратить. Этот человек, ну, он не стремился, не хотел, не... отец его, наверное, не хотел. Отец много работал, я видел его только утром и ночью. Иногда по выходным он много работал, действительно старался для семьи. Распад это 90-е годы, знаете, ну такие тяжелые времена были. И он дал мне неделю, и за эту неделю я себе сказал, что я сдам экзамен, и я буду ходить на ту тренировку. И у меня получилось. Это такая была победа, и я тогда понял, что действительно, если человек хочет искренне, то у него все получится. А так хотелось пойти в спорт или зацепило вот это вот, я это не возьму? Я понял, что я учился в одной школе, где был у меня только старший брат. Потом перешел в другую школу, это еще вражеские районы были. И тогда мне в первый день после моего первого дня нужно было поговорить с одним, со вторым, с третьим. Я пока со всеми поговорил, у меня с такими губами, шел домой, я понял, что мои дела устроены не очень правильно. Нужно что-то с этим делать. И когда я не мог потянуться ни разу, и действительно, ну, нужно было сказать себе правду, что нужно что-то менять. Был способ выжить на самом деле. Ну, не то чтобы выжить. Это я понял, что. Сохранить здоровье, окей. Сохранить здоровье, сказать себе о том, что ты должен иметь в себе силы, не позволять никому в этом мире тебя обижать. Для этого мужчина должен быть сильный. Сила не только, я своих детей учу быть не только сильным физически, но еще основная сила-то в голове. Но на тот момент нужна была сила в руках. И за год я преуспел и перестал, снял вопросы в школе, везде, дальше, их больше никогда в моей жизни их не было, о том, что кто-то сильнее меня физически. То есть на разговор ходили теперь к вам, но уже, наверное... Ну, просто кто-то не хотел, а кто пытался, это заканчивалось... Диалог был короткий. Да, заканчивалось всегда тем, что мы искали другие пути решения вопроса. Но сила есть, ума не надо, это не ваша история. Я до сих пор, я же повторяюсь, я своих детей учу, что физическое превосходство, это работает в школьные годы. Потом работает только превосходство интеллекта. Интеллект, сила, творчество, уверенность, вера в себя, видение цели. Но это все связано не с руками, ногами, там, какими-то талантами, и не спортом. Но так или иначе, спорт, он же закаляет тело, в котором живет сознание.
он дает тебе и функционал. У кого-то хватает силы пройти там в горах, например, на один день, на 3 километра, на 10, кто-то может пройти 20. Важно, чтобы тело было тоже здоровое. Бахмутское детство закончилось. Что происходило дальше? Артемовское детство, да. Тогда это было Артемовское. Дальше я пробовал чем-то заниматься, всем занимался. Чем только не было. Последнее, что у меня начало получаться, я работал в одной компании большой. Она, кстати, имеет корни из Днепропетровска еще тогда. Ребята уехали в Киев, они занимались все по 55, когда-то был такой тренд, помните. Я у них там очень, ну, много работал, долго работал. Потом они, ну, так с людьми бывает, по семейным обстоятельствам разошлись, пытались там бизнес делить. В общем, я занялся этим же сам, и опять же в Артемовске, и опять же с этим же я приехал в Днепр. У меня здесь было пару магазинов, и, ну, вот. Там появились первые деньги. Вы не поступали в вуз, да? Вы не учились дальше? Я учился в техникуме. Угу. В техникуме. Каком? Ну, техникум был рядом с домом, индустриальный техникум на электрика. Я отучился и обещал своим преподавателям, которые ставили мне оценки, или не хотели ставить что оценки. Что вы электриком не что будете. Что я не буду электриком. Я никого не обманул. Все честно? Все честно, да. После этого я закончил два высших образования. Это уже было после. Экономическое и юридическое. Ну, это уже было потом. Наверное, какой-то шаблон сработал в голове о том, что какое-то образование нужно. И вот мне было комфортно там получать. Я заочно отучился еще в двух институтах. А родители настаивали на высшем образовании? Нет, не настаивали. Они по шаблону говорили о том, что оно нужно. Ну, как и экономическое образование мне в жизни никак не, ну, не помогает, потому что я его получил заочно. Ну, юридическое, я не могу сказать, что само образование мне что-то дало. Жизнь тебя знакомит с договорами, с какими-то выяснениями, отношениями в судах гражданских, с общением с правоохранителями, там, налоговая, какие-то гаишники. Ну, так или иначе, в обществе какие-то фундаментальные, какие-то знания нужны. И я их, наверное, приобретаю по дороге жизни. А зачем тогда вузы были? Ну, просто стереотип? Комфортно звонит. Вот стереотипы, наверное, может, для биографии, когда спрашивают, у вас есть высшее образование? Я говорил, нет. Два. А теперь говорю, два. Просто... И сразу, да. Да, ну, на самом деле, я могу сейчас сказать точно, что эти два образования не сделали меня как специалиста. Я бы с удовольствием сейчас пошел бы, если было время, возможность по-другому, на осознанно выбирать образование. Это был бы или театральный, драм-кружок, это могла быть какая-то работа в студии, то, что сейчас мне интересно. Еще не поздно. Я пытаюсь из жизни делать такую, знаете, школу, образовательный процесс. Вот когда мы начинали выпускать блог, приехали ребята, операторы из Киева, я многому учился, не знал, что такое петличка. Сейчас я включаю, там, понимаю, что такое снять кадр, там, считаю до 7 иногда. Да, не врет, пришел, сразу нацепил, включил, да, это правда, и, да. И вот так и было. Да? В жизни, на самом деле, столько всего интересного. И когда ты идешь за вот этим, то, что тебе интересно, ты учишься. Не потому, что так нужно, потому что ты это впитываешь, как губка. Это как раз и есть то мерило и тот вектор, компас, по которому я иду и призываю людей идти. То есть вы уже доросли до того, созрели до того, чтобы заниматься тем, исключительно тем, что вам нравится, что вы любите. Не, ну, конечно, я зависим от... скажу, производство, наверное, денежных знаков. Я их не печатаю, но я занимаюсь и не более монотонной работой, выполняю обязательства. У меня там коллектив, я должен делать какие-то не яркие вещи, а просто, ну, взял на себя ответственность. Любимое дело, оно не обязательно яркое, ну, там, для всех остальных, да? Ну, в любом Можно случае, я же быть не... дворником, но обожать свою работу. Совершенно Хотя верно. Дворник – яркая профессия на самом деле. Если, ну, яркая, там, конечно, его все видят по утрам. Утром видит публично. Всю палитру жизни. Точно публичная, публичная, правда, да. Же, да, работа. Есть какие-то обязанности, которые я выполняю, договора, которые я выполняю. А остальное время, конечно, я... И располагаю ресурсом и временем, чтобы заниматься такими классными, приятными вещами, которые действительно меня и развивают, и делают мою жизнь интереснее. То есть бизнес – это нужное, необходимое, а
все остальное это приятное, да? Ну, они очень тесно так это все связано, они как-то идут параллельно. И нельзя сказать, что это там какой-то другой мир. Они вот очень много пересекаются. Если мы говорим про продвижение контента, то моя компания занимается SEO-продвижением контента. То есть, и поэтому я понимаю, что такое одно дело накручивать, а другое дело давать рекламу. Мои выпуски, там ничего накрученного нет. Там можно сделать такую картинку, что люди посмотрят и скажут, там по 300, по 500 тысяч просмотров. Но мы этого никогда не делали, делать не будем. Мы иногда рекламируем себя, но опять же бюджет очень, очень скромный, только потому, чтобы оно экологично шла рекламка. Потому что тот месседж, который я несу, уверен, другой мог бы выразить его лучше и интереснее. И рад, когда вижу, что эти идеи, они реализуют, ну, слетают с больших сцен. Ребята на тренингах, их там Черняк и все остальные, иногда все говорят, найди профессию, которую тебе нравится, ты перестанешь работать. Это тот месседж, в принципе, он тот, который я несу. Это радует, поэтому я с удовольствием буду продолжать это делать. И мне интересно о том, что у меня есть ресурс это делать. И вот теперь давайте конкретно. А то мы ходим вокруг да около, вокруг того, что вы любите, и так вот не называем. Мы говорим блог, там, да. Но на самом деле все началось с такой компании, которая называется Cogence Promotion. Правильно? Да, но это не то, что компания, это прям, знаете, тут прям сердце. Cogence Promotion – это ответ в двух словах. Cogence Promotion. По-русски это звучит «каждый способен». Но самое интересное, что название было придумано именно по-украински. «Cogence Promotion». Когда я вижу, что из человека, который получил очень маленькое образование, ну слабое, практически не получил, то образование, которое есть, я его потом сам сделал и продолжаю себя учить сегодня, понимаю значение чтения, понимаю, насколько важно не останавливаться, а развиваться. Мир полон удивительных, интересных вещей. Если ты открыт, то ты всегда научишься, тебе все получится. Если ты закрыт или держишься за какую-то там бумажку, вот я юрист, знаете, я видел много юристов, которые перестали свободно мыслить. Мир-то меняется, все движется вперед, и он уперся в какую-то там графу, а влево-вправо посмотреть не может. Ну, соображалка слабо работает, поэтому... Консерватизм срабатывает, стереотип, да. Стереотип, мир меняется, сейчас он очень быстро меняется. Нужно в любое образование должно быть такое, чтобы человек понимал, что он может добрать знания. Как только ты его получил, оно уже устарело. Ну, это как пирамидка детская, знаете, вот такой вот стержень, да, тут одно колечко на него, второе, о, подошло, да, потом третье, да, и вот гармоничная какая-то палитра и конструкция в итоге выстраивается. И эта конструкция есть личность. Верно. И вот именно эти два слова, я понимаю, что у меня получилось, и я уверен, что у любого может получиться, потому что, ну, это... Не то, что это невозможно. Я видел ребят, которые занимаются, вот в «Метеоре» я хожу, там, у него нет рук. Я у него хочу взять интервью у этого парня. Но он так занимается. Он плавает, он выступает. И я вижу, как он вот настолько вот от него сильно, вот тут сильная личность. И ты понимаешь, что у человека есть ограничения, но у него такая сила внутри, что вот эту бы силу показать, и, а как ее показать? Только через современные средства, через телевизор, через эфиры. И эту идею надо, эту силу нужно показывать и делиться о том, что, ребята, вы все можете. Тогда бы народ не верил бы в себя, и не останавливался, не скатывался бы в наркотики, не скатывался бы в алкоголь, не скатывался бы в какие-то другие крайности, а проявлял бы себя, интересовался бы многим-многим. Люди что в массе своей, мне кажется, ну многие, ребята, особенно молодежь, тонут в невозможности себя реализовать. Им кажется, что того нет, того нет, того нет, того нет. И в этом нет, они себе вот как-то... Мне уже 19 лет, а у меня до сих пор нет миллиона, нет, машины, дома. Нет. Надо, вот кому-то надо очень быстро все и сразу, а кого-то чего-то нет. У меня папа не богатый, мама не богатая. Ну вот чего-то кому-то нет. И вот в этом нет. Они устроили себе хор, посадили двух барабанщиков, каждого одного там гитариста, который лобает ухо другому барабанщику. И вот с этим шумом шизой ходит по улицам, у меня чего-то нет. А в вашей Хотя жизни, все есть. Извините за нескромный вопрос, были алкоголь и наркотики? Ну, скажем так, алкоголь-то я знаком с ним, но а наркотиков не было никогда. Сказать о том, что я никогда не употреблял миновала алкоголь. Миновала вас чаша сия, вас миновала. Они, скажем, ну, парень когда-то был самый сильный у нас в школе, уже, по-моему, Царство Небесное. Талант от Бога был у пацана. Просто он мог гирю поднять там в 8 классе там раз 60 или 70, 16-килограммовый. То, чего вы не могли то, чего в не том мог. Возрасте. Он был просто, вот, ну, вот, знаете, вот, богатырь. Сгорел.
И видел, как много народа погорело. И, ну, у меня вот почему-то миновало это их экспериментов. И смотрю на это с ужасом. Потому что еще ни одного не видел, кого наркотики сделали сильнее. Ну, тех ребят, которые убили наркотики, их на каждом углу их очень много. Итак, вы поняли для себя, что не имея высшего образования, не имея какого-то стартового капитала, не имея там богатых родителей, да, будучи средним ребенком в семье, который испытывает давление с двух сторон, вы смогли, вы стали самостоятельным человеком, да. Вы состоялись. И отсюда выросла Cogens Promotion, идея. В чем была идея? Что такое сейчас Cogens Promotion? Давайте вот расскажем. Это же не только блоги. Вернее, это не блоги. Блоги мы это... переросли уже в торговую марку. Uh-huh. Чтобы Cogens Promotion, такая история, ну, вот, украинская, да? Ну, мир-то большой, открытый. Я вот когда начал путешествовать, я понимаю, что Coca-Cola продается во всех странах. Uh-huh. Когда-то я был в Марокко, и это был для меня такой дзынь. Мы шли 2 дня пешком, ночевали в каком-то там приюте перед восхождением. Да, ни одна машина не ездит, мопеды не ездят. Там ослик или лошадка максимум, а все остальное как бы люди вот так вот несут. Утром я просыпаюсь, я вижу на завтраке бренды. Известные вам бренды. Угу. Да, вот известные бренды. И вот я понимаю, что мир большой. Вы как дома. Да, как дома. И вот я понимаю, что нужно делать как-то вот шире эту историю, развивать. И мы сделали КС, у меня номера на машине, латинскими КС, это кожен, С, ну, с проможен. Mm-hmm. Я как бы буду дальше эту штуку нести. И мотивейшн. Кожен с проможен, это ж посыл каждому. Я одним словом выразил, ну, на английском языке, это мотивация. Каждый способен встать и делать. Мне нравится, как одна великая компания, я буду называть, говорит, просто делай. Просто каждый день что-то делай. Иди к своей мечте. Вот что же это было? Что вы начали делать, когда вы назвали себя Cogens Promotion? Что вы начали делать? Ой, мне казалось, я знаю, что концерты какие-то были. Мы тогда были, занимались, да? рекламой. У меня была такая всеукраинская история. Я там бизнесу помогал делать рекламу. У меня была куча менеджеров по всей стране. Я мог их, знаете, вот листовки раздаю там. Вот, я думаю, если я выведу по всей стране вот так вот народ и подниму флаги Cogens Promotion. Что будет? Просто что будет. Я так вот экспериментировал. То есть без объяснения, да, вышли и догадываетесь? Нет, у нас был сайт. Для того, чтобы это все делать, не было вопросов, мы оформили общественную организацию. Оформили общественную организацию, получили свидетельство о том, что мы вот такие есть, наши цели, задачи нести в общество идеи о саморазвитии, о пользе образования, ну, вот такие гуманитарные все базовые вещи. И начали делать это флагов. Потом мы купили сцену. Начали ездить по всей стране, проводить концерты. Мы приезжали в Днепре это было несколько раз. Ну, в принципе, это везде было. И вот последнее это было вот на полонине Перці в Буковелі. В этом году мы стали сцену, поднимали воздушный шар, Cogens Promotion. Где на этой сцене музыканты могли себя показать, потому что в маленьком городе, это опять же, это история про того парня с маленького города, когда к нам приезжала какая-то сцена, собирался весь город. Я только не понял, потому что уже 2018, 2019, 2016 год, что все в Ютубе, уже не так человека просто поднять с дивана, оторвать, это тоже плохо, что он в смартфоне, в диване. Но он же спроможен подняться с дивана. Спроможен, ну, я считаю, что у нас очень круто получилось, мы дали музыкантам возможность себя показать в маленьком городе, поразвлекались, посмотрели. И все вот это вот классное действие, мы настолько подзарядились, что появилась студия КС Рекордс. Это не были какие-то раскрученные группы, да? Не были раскрученные группы, это, абсолютно. Это были вот музыканты, которым в каждом городе есть музыканты. Вы были точно так же нужны, как и они вам. Да? Конечно, мы делали запрос. Они нам, мы говорим, мы едем туда-то. В каждом городе есть какие-то музыканты. Мы их отслушивали. И те, которые более-менее нормальные, мы им давали бесплатно возможность выйти на сцену и показать свое творчество людям. Для них это определенный, ну вот, не знаю, хайп, не хайп, а определенный такой шанс, момент, шанс почувствовать себя на сцене. Потому что до этого они очень благодарны были. И до сих пор мы с многими дружим. Показать себя на сцене. А есть кто-то, кто пошел дальше? Кто пошел в шоу-бизнес? Прям в шоу-бизнес? Я не знаю. Но есть ребята, которые сейчас выступают. Хорошие люди, вот запорожские ребята, они выступают, очень мощно держатся, и у них постоянно какие-то концерты, там в группе состою, они там где-то постоянно выступают. То есть вы их утвердили во мнении, что они идут
Ну, не нужно, значит, путем. Мы их утвердили. Они, ребята, сами сильные. Те, которые хотели реализовываться, они реализовываются. Просто было интересно это вот объединить. Это возможность. И мне было приятно узнать, что в Украине очень много молодых музыкантов. И они занимаются, развиваются. Не знаю, получается ли у всех дальше. Но ну, кто было, очень хочет, кто я думаю, очень хочет, получается. Кто вот твердо идет, потихонечку, планомерно растет, становится профессионалом, у них однозначно все получается. Что такое KS Motivation? Это отдельное направление? А это вот стала уже такая торговая марка, потому что общественная организация Кожнец Проможен, она не коммерческая, а KS Motivation – это уже торговая марка, которая может продаваться. Например, вот мы делаем книги, детские книги, все начинается с детства. Мы если, с него начали. Да, с вами. Если у меня родители не могли дать, я так думаю, если родители не могли мне дать это образование мотивационное, если ну, у них этого не было, и я им благодарен, потому что если бы я этого не осознавал, я бы этого не делал. Ну, когда я осознаю, что в детстве очень важно дать тебе правильное образование, чтобы ты понимал, что ты не просто в рамках чего-то, у тебя нет рамок, у тебя есть данность, но ты можешь с этим делать что угодно. Можешь увеличивать, можешь и учить языки, и учить профессии, интересоваться чем угодно, идти получать целевые знания, нужную, необходимую информацию. Вы не были этим избалованы в детстве, и поэтому вы добирали уже я добирал в процессе, и добираю, и вам, и жизнь. У вас есть жадность некоторая жадность, к этому. Жадность, да. И очень важно, если нет такой возможности у родителей, они понимают, что они работают тяжело, они приходят домой без энергии, и они не могут дать это детям, а это нужно. Почитай книжку там, но вот не могут это дать. То мы делаем специальную литературу, которая помогает им, это как помощники. Детские это, книжки, конечно. Это детские, подростковые, детские какие? Нет, это история про, ну не знаю, можно читать, когда ребенок еще в утробе. Да, ну, например, как называется? КС-бук. У нас вышло первые 7 сборников. Угу. Детские сказки, они на русском и украинском языке. У вас свое издательство? Да, или мы уже свое издательство. Свое да. издательство. Да, уже все оформили, уже все свое издательство полностью. Где можно найти? Есть в книгарнях? КС-бук.ком. Это в помощь родителям, которые не то чтобы, ну иногда у них просто не хватает сил. А кто пишет? Это наши все ребята из Украины пишут. А мы ставим ТЗ о том, что сказка должна быть такая-такая. Это не прям сказка, это история. То есть у них нет конкретного автора на Нет, есть, книге. У каждой сказки или... свой автор. Мы выкупаем или... все авторские права. Каждую сказку нам пишут под ТЗ. Мы всех отчитываем. Из 300 сказок было отобрано те, которые были уже куплены. В сборники попало там больше 100 только. Понимаете, остальные еще, они лежат, еще не сформированные сборники. Это только по ТЗ. А вообще около 3000 запросов нам идет, мы их ну, в общем, человека 3 сейчас в издательстве постоянно отбирает, формирует эти сказки. И этих авторов много, да, у вас? Очень много. Ну, мы крикнули на всю Украину, ребята, пишите нам, кто хочет. Вот такая идея, вот такое ТЗ, вот такая должна быть история. И в каждой сказке жирным шрифтом выведено. Каждый способен. Вот мы сейчас в Польшу там летаем, нам тоже есть идея там развивать бизнес. Опять же, нести этот месседж, мы там оформили фирму. И там тоже хотим переводить наши сказки на польский язык, и почему нет? Пускай знают наших. А потом еще английский, там испанский, не знаю. Ну, там... вы громко крикнули, действительно. Ну, когда читают ребенку про бычка, про козлика, я вот не помню такой момент, я в спортзале, там папа с ребенком, ребенок маленький, не знаю, или мама ему дала, или в общем я слышу, он ему, ну, сюсюкается там, сю-сю-сю, я понимаю, что перед тобой человек, ну, у меня внутренний диалог такой. Я говорю, что ты ему сюсюкаешь, как это что-то, это человек. Если ты его с детства будешь показывать, как работает ракета, он поймет, как работает ракета. Если ты ему с детства будешь воспринимать его не просто как маленький кусочек углерода, там комочек глупый, это человек из будущего, он однозначно умнее. Он еще не умеет выражать какие-то мысли, он не умеет хитрить. Но на уровне восприятия жизни, у него там такая честная история, вот если мы не нальем туда, не потушим, не сковеркаем, там это просто люди из будущего. А у вас сколько детей? У меня 2 пока. Мальчики, девочки? 2 пацана, да. 2 пацана. Сколько им лет? 1-8, 2-6. Чем занимаются? Сказки ваши читают? Конечно. Они первые, которые были на обложке персональной сказки. Мы же не только эти мы делаем серийные, но их еще можно адаптировать прямо в тексте там, под любое имя. Акробатика обязательно, плавание, музыка. То есть физическое развитие? И эстетическое развитие. Музыка это обязательно. Читают? Книги читают? В смартфонах или бумажные? Нет, бумажные. Младший не читает, а старший 8 лет уже пошел в школу, ему как-то стало интересно, он уже читает. Вот у него все его сказки, которые есть, мы с ними знакомимся. А скажите, Антон, а что из своей родительской семьи вы перенесли в уже свою, когда стали отцом?
Вот были какие-то вещи, данные вам родителями, да, какие-то, может быть, не знаю, основы моральные? Ну, не знаю, как вам ответить. Наверное, все. Я благодарен своим родителям, я ни о чем не жалею. У меня мать очень открытый и честный человек. Она, я всегда удивлялся, она, если ей когда-то еще сдали сдачу лишнюю, там, у нас на районе, где я жил, угу, был магазинчик, вот она приходит, там что-то перечитывает, там лишняя сдача, она всегда пойдет и отнесет. Отец у меня очень много работал. Вот он просто вот целенаправленный, вот он очень много работал. Поэтому в целом я и есть отражение своих родителей. Но я не могу сказать, что на той данности нужно зацикливаться. Всегда человек способен развиваться. И границ этому нет. Нет, безусловно. Мне интересует. Я получил хороший то, что... базис, хороший, да, базис, хорошую жадность к жизни, благодаря тем условиям, которые у меня были. И с удовольствием реализую это в том мире большом, который есть. Можно было сидеть на печи, а мне так нравится путешествие, так нравится занять и осмыслить любое путешествие. Вам это нравится движение. Движение вперед. И если это еще социально полезно, если... А тут уже, знаете, какая история? Что-то сделал, получил фидбэк эмоциональный. Пошел в спортзал, после спортзала чувствуешь прилив. И так вот все устроено. Сначала должен дать, оно потом возвращается. А если получаешь отрицательный фидбэк? Такое же тоже бывает, правильно? Ну, статистически, например, там, ну, хорошо, пусть там из 100, там, 70 в плюс... И 30 в минус. Это сжирает или это мотивирует? Нужно посмотреть, почему минус. Эдисон, парень такой, про него можно говорить и про лампочку, они у вас в целом везде есть. Это отношение к жизни. Это вопрос такой. Когда его спросили, 10 тысяч неудач, у него только там после 10 тысяч проб получилось сделать лампочку, ту, в которой мы ее видели. Угу. Он говорит, нет, ребята, это не 10 тысяч неудач, это 10 тысяч способов, как ее делать не нужно. И если что-то из того, что я планировал, или там проекта, у меня было много проектов, которые не пошли, естественно. Но в этом всем есть причина. Причинно-следственная связь. Всегда можно посмотреть, почему. И все вот эти неудачи, которые были якобы, я их называю опытом, и позволяют мне делать хорошо то, что умею делать хорошо. И поэтому не важно, что происходит. Неудачами я не называю, я называю это опытом. И опыт – это самое ценное, что может быть у человека. Не применять себя, например, я с партнером проинвестировал там, в один объект. Этот объект, ну, не хотел этим заниматься. Мне казалось, что я дам денег, и оно без меня как-то будет реализовываться. Случилось не так. Не так, несчастье, партнер разбился. Угу. И, это печально. Да, это печально. А я понимаю, что я в этом бизнесе ничего не понимаю и не смыслю. То есть... Ошибка. Чем я научился? Делать только то, что я понимаю, умею, закрытыми глазами. Делать только то, от чего у меня действительно есть страсть, есть желание и то, что мне приносит удовольствие. Так, это концерты, это книги. Сейчас вот студия КС Рекордс. Мы записали 3 ребят, которые проводят в отборочном этапе Евровидения. Ну, они как конкурсанты Евровидения, участвуют в Евровидении, они 3 конкурсанта, а у нас записывали в студии КС Рекордс. То есть это на тоже национальном отборе мы их увидим. Мы, я надеемся, что хотя бы из них 3 из 3 попадут в 16. И песни вы им написали? Нет, я не пишу песни. Они просто мы предоставили такие услуги, такую возможность. Вы такой разносторонний, многогранный, я уже испугалась. Может, вы и песни пишете? Нет, думаю, надо ну, пою. Ну ничего себе, поете? Да, там есть шуточный хит, там, без виз. Ну, это такое. Здорово, интересно. Так, итак, КС Рекордс, футболки мотивационные. Мотивационные, знаю, футболки. Это вся, это, что бы мы ни делали, книги, музыка. Музыка, опять же, это такой инструмент, который позволит, если вдруг мы найдем такого, как Высоцкого, как Цоя, как вот, вот эти новые ребята, которые записываются, через музыку, через исполнителя можно сразу сказать миллионной аудитории о том, что каждый способен. Это все механизмы для того, чтобы нести свой месседж. Это уже похоже на новую религию. Ну, религия позитива, она существует давно. Религия здорового образа жизни, она существует религия давно. Религия спроможности. Это, ну, конечно, Гарварды, институты хорошие, они их преподают, эту религию везде. Поэтому я не думаю, что это религия. Это хороший выбор.
правильный выбор. Когда вы решили записывать видеоблоги, что произошло? Кто? Я пытался уговорить кого угодно это делать. Я говорю, давай вот сними вон гляньте, ребята, это хорошее. Никто не хотел делать, поэтому пришлось сделать это самому. И мне так это смешно получалось. С третьего раза сказать какую-то заготовленную фразу. У меня был режиссер, и ребята с Киева приезжали, и пытались это делать так, пока... В общем, сейчас это делаю в удовольствие. Нравится, не нравится. Без режиссера. Без режиссера. Вот как есть, так и есть. Как могу, так и могу. Делаю вот просто, получаю удовольствие. Самый лучший режиссер – это ваша искренность. Вот. Вы вот, знаете об этом? Наверное, не знаю. Вы догадывались об этом? Я чувствую, что если я буду делать это искренне, и вот никакой постановки, никаких вот этих притворяний, повторяний, заходим, выходим, просто как есть, максимально открыто. Мне кажется, оно будет иметь какую-то пользу. А идея простая. Везде, на телеке, в Ютубе мы видим интервью с мегауспешными людьми. Мегауспешные. Мы там чемпионы мира, миллионеры, там все успешные люди. Вы сейчас смотрите интервью с мегауспешным человеком, потому что вы на телеке. Ну, я очень средний бизнесмен. Я шучу. И мне было интересно, почему не показывают просто людей, которые просто занимаются любимым делом. Я знаю парня, у него хорошая доставка из Китая. Он не миллионер, там какой-то миллиардер. Но у него средний бизнес. Ему нравится, он кайфует. Я знаю, уже там 57 видео вышло, будет выходить, и вот даже кинолог. Он идет, он на госслужбе работает, кинолог. Но если бы он не любил то, чем он занимается, он бы там не жил. Я понимаю, что простые профессии, они определяют жизнь общества на 97%. Сколько у нас этих олигархов, великих там людей? Пускай 3%. Остальные просто люди. Если эти просто люди будут на кассе ВТБ вам улыбаться, это ж так приятно. А я иногда знаю такого человека. Я знаю человека, который я покупаю разовую тренировку, я говорю, мне одну дозу. Так улыбаюсь. И я слышал, как она разговаривала с каким-то там руководителем о том, что у них хамам не работает. Говорит, люди просят, она отстаивает интерес людей. А вот она на своем месте продает билетики, там, она общается с людьми, и люди ей спрашивают, а когда будет работать? Я вижу, как она пытается донести эту идею. И вижу, что ей не безразлично. Я спросил, а сколько вы тут работаете? Она говорит, лет 20 работаю. Я просто человек, 20 лет, это видно по глазам. Занимается любимым делом. Немного получает. Не знаю, как там. Наверное, наверняка существуют проблемы в быту, проблемы там чего-то не хватает, какие-то там, наверняка. Но живые глаза. Какая мера должна быть у человека, чтобы назвать его счастливым? Когда ты видишь там парня, у него там, извините, до хрена денег, но он бухает и просто он мертвый. И глаз не горит. Глаза не горят. И он просто себя разрушает. Нет обмена. Мы все-таки люди живые, мы дышим воздухом, мы должны радоваться жизни. Если у нас нет этой энергии, мы не можем улыбнуться окружающему миру. И окружающий мир нас не радует. И что происходит с человеком? Он саморазрушается очень быстро. И в то же время есть люди, не имея таких денег и средств, они просто кайфуют от жизни. Просто кайфуют. Я хотел этих людей показывать. Простых людей. Со средним результатом. Иногда вообще без результата. У вас, по-моему, была... Валя Левченко. Так? Да. Вот у нее пока вот нельзя сказать, что у нее есть результат, но она активно идет к своей цели. Она бросила, я имею в виду выразить в миллионы долларов. Я вообще про деньги не говорю. Слушайте, а результат? Давайте о результате. Вы говорите, у нее нет результата, потому что нет результат миллиона денег. Результат у нее огромный. Я просто говорю, результат... не выражен в деньгах. Просто сейчас человека смотрит на деньги. Если я так вот наклеил на лоб, я долларовый миллионер. Все, этот парень нормально говорит. Не важно, что он там где-то нюхает, заливается, где-то в клубе там, или показывает, какой он там крутой отдыхает. Не важно. Главное, что у него есть деньги. Наверное, он не идиот. К сожалению, люди очень редко задумываются об обратной стороне медали и о цене такого успеха финансового. Насколько спокойно спит этот человек, насколько он к этому шел, насколько честным путем иногда, насколько он зависим от этого, да, потому что кроме наркотиков, алкоголя, есть еще зависимость от власти, есть зависимость конечно, от денег, есть зависимость когда еще звонят, от телефон, могут, массы ноги, людей. Ноги обмякают, и он не знает. В общем, истории много. Я хотел показывать их простых людей, которые занимаются простым делом. Я хотел бы, конечно, чтобы государство, общество имело такие институты, и у нас экономика была такая, чтобы люди зарабатывали все достойно. Но так или иначе, путь к счастью 100% не через деньги, путь к счастью через реализацию своих вложенных потенциалов. А мы-то все разные. Мы счастливый все уникальные. Человек здесь и сейчас?
Я? Вот сейчас я очень счастливый человек. Я говорю про то, что мне нравится. И у вас горит глаз. И у меня горят глаза, вы видите, да? Конечно, поэтому вижу. Мне нравится это делать. Я хотел бы продолжать это делать, я получаю от этого удовольствие. О каких людях вам интереснее всего рассказывать? Ну, вы о них не рассказываете. Вы рассказываете в диалоге, правильно? О живых. Что вам в первую очередь интересно о человеке? Как он себя нашел и как он себя применяет. Угу. Потому что врать себе можно сколько угодно. Важно, вот каждый человек, вот мне тоже было интересно. Я помню, как я посмотрел один фильм «Бригада». Помните такой фильм? Конечно. Что сделали пацанята, которые посмотрели этот фильм? Кого они себе представили, кого они себе в голове накрутили. Я помню, когда я еще был маленький, у нас еще были такие видеосалоны, сейчас такого нету. Ну, понимаете, о чем я говорю. Когда крутили там Шаолини, Джеки Чанов, Брюс Ли, когда ты выходишь оттуда, ты пропитался образом. Что такое ложь? Когда вам, вот у меня сейчас малой увлекся стрелялками. Я не говорю о том, что стрелять нельзя, не пытаюсь это там как-то ограничивать. В миру это полезно. Это направлять. Совершенно верно. Направлять что из этого можно извлечь? Направлять на спорт. Деле. Я говорю, окей, ты горишь там стрелялками. Что мы можем из этого сделать? Смотри, есть соревнования, там есть то. В общем, я пытаюсь его направить, а не просто сказать плохо. И вот человек, когда он еще сознание его не окрепло, он эмоционально привязывается к любым образом. Сейчас их пихает нам куда угодно. Куда угодно их столько. И в этом всем дуализме человек может перестать слышать свой внутренний голос. Что вас питает в этих интервью? Что оно вам дает? Ну, во-первых, понимаю, я общаюсь с живым человеком, мне это кайфно. Во-вторых, я это показываю, мне это тоже приятно. В-третьих, я перестраиваюсь на вот это, от своих будней, от тех вещей, которые я должен делать, которые, ну, вот они классные, но они не так меня заряжают. Ну, это подзарядка определенная. Не то, что я там вампир, но мне я пообщался. Мы с вами говорили о том, что если бы была бы возможность, вы бы пошли куда-то в актерство, например, да? Вот это... Ну, может быть. Вот я получаю от этого удовольствие. И считаю, что таких людей должно быть больше. Они не то, что какие-то другие, они такие же, как мы все. Просто вот смотришь иногда на человека, и хочется его вот так вот взять за руки и сказать, когда ты себе запретил говорить правду? Что ты себе в голову? Ну, видно, что лицо такое, знаете, зажатое, каменные лица. Такие. Ладно, все мы устаем. Но когда человека вообще не бывает улыбки на лице, представляете, сколько он себе этого впихнул в голову? Да человек сам от себя устал, получается. Он да? сам себя, на самом чем деле. Страшнее лицо, тем человек сам себе больше предает. Это предательство себя. Следствие предательства себя. Работать не на любимом деле. Очень много таких чиновников. Они держатся за посадой своей. Прям вот я думаю. Ну, они от них зависимы. Они зависимы. Это вот зависимость. Зависимость. Но они там выгорают и страдают. Выгорают и страдают. И вот Валя Левченко, она говорит, я хорошую зарплату получила. Меня не хотели отпускать. Я была классным HR. Я в курсе. Да. И, а потом я поняла, ну, она творческая, потому музыка. Музыка это такая связь, которая позволяет тебе внутренний мир слушать громче в себе. Ну, смотрите, и вот она пошла за этим и кайфует. У Вали, как и у вас, у нее история такая. Нужно было заработать, да, для того, чтобы быть свободной, для того, чтобы иметь финансовую подушку, иметь конечно. Какой-то запас, для того, чтобы поехать там, в Бразилию, например, да, и брать там уроки, или жить год там. Сколько там ты можешь, да, насколько у тебя хватит, опять же, денег, жить так, как ты хочешь. Для этого нужно все равно заработать, да, не у всех есть, ну, хист, скажем, к этому, да, или это не обязательно? Я занимаюсь очень много строительством, и до сих пор там беру какие-то объекты, там, у меня там одна из компаний, которая там делает услуги в серии ремонтов, скажем так. Я понимаю, сколько зарабатывает плиточник. Он спокойно может зарабатывать 1500-2000 долларов, если он целенаправленно пришел работать. Да, согласна. Если зарабатывая 2000, отлаживая по 1000, то это будет 12 год, и так вот 2 года, то есть это хватит себе составить. Это тяжелый физический труд, и после работы плиточника читать уже не очень хочется. Если ты знаешь, к чему идешь, то это, знаете, это путь к цели. Когда ты человек четко понимает, как он хочет жить, когда он четко видит, что он хочет иметь, когда он понимает, что здесь мне нужны деньги для того, чтобы потом поехать научиться этому. И потому я хочу устроить свою жизнь именно так-то и так-то. Находятся силы, находится терпение, усидчивость. Когда человек просто идет работать тяжело, тяжело там, как дает себя там, ну, меняет свое время и на деньги, и не понимает, зачем они нужны, то происходит очень просто. Он эти деньги потом спускает. Потому что вот это напряжение внутреннее. Он живет, чтобы работать, работает, чтобы жить. Внутреннее. И все, он попадает, как белка в колесе. Выхода нету. И сколько бы он не зарабатывал, он будет больше тратить просто. Дороже рестораны будут, самое дороже будет. Самое главное, что
понять, чего ты хочешь, конечно, понять свое предназначение. Совершенно верно, заняться любимым делом. У некоторых на это уходит вся жизнь. Это как раз это последствия лейки в детстве. Понимаете, это вот не то, кому-то полили, кому-то где-то еще песком забросали. У меня есть корона. Корона настоящая. Вот она здесь, мы не будем ее на вас надевать. У вас классный головной убор. Но вот если бы мы короновали Антона Ткаченко. Так, интересно. Это звучит очень... То пейте водички, да, угу, спокойно. За что? Вот абстрагируйтесь от того, что Антон Ткаченко – это вы. Посмотрите на него со стороны. Вот в чем он молодец? В чем он король? Ну, давайте так. Я прям на таких категориях себя не вижу. Ни в чем не король. Просто хочу быть молодец, полезной. В чем молодец? Вот просто за что молодец. Вы, вот, за что вы король... себя могли бы похвалить? Корона – это похвала. За то, что я, несмотря даже на те моменты, когда вот хочется, вот раздал и опустошился, все равно наполняюсь и все равно иду вперед. И вот этот кожан спроможен, он экономически невыгоден. Он, вообще эта история многим непонятна про что. Я говорю, ну это вот считайте, вот я сумасшедший, мне хочется об этом говорить всему миру. И я продолжаю это делать за то, что вот я не слышу голос разума, голос цифр, а слышу вот это вот свое желание просто говорить на каждом углу. Чувак, ты способен добиться успеха. Вставай, делай, займись делом. У тебя это есть, правда. Услышь ее. Услышь, посиди тихонько. Я хожу в горы. Там мне вообще очень круто. Ты идешь и начинаешь слышать себя громче и громче. Вот этот голосок, если его не залили и не засыпали песком, есть у каждого. Но даже если там залито и засыпано, все равно, изменяя что-то в своей жизни, можно пойти в горы. Можно заняться медитацией, можно бегать по стадиону. И можно просто... У нас мост так устроен. Не бывает... такого, что не отвечает. Мы пишем в поисковой строке Google, там, хочу отдых, и он тебе ответит на вопрос. Я просто призываю народ, чтобы, ребята, спросите себя, что бы я делал с удовольствием, от чего я получаю удовольствие, что бы я делал. И вокруг этого можно что-то взять, не, надо учиться звучит отвратительно, а когда я иду и ищу необходимую, нужную мне информацию, она мне очень легко дается. Это ж не то, что заставлять себя. Зачем себя? Я вообще против того, чтобы народ себя заставлял и мучился. Зачем? Это нужно кайфовать. И вот когда человек начинает делать то, что ему нравится, и читается легко, и учится легко, и формируется круг общения, и сразу же изменяется. Вот просто если бы через телевизор, через радио этот месседж доносили чаще, люди бы чаще это делали. А чем я хочу заниматься? А зачем я вообще на этой планете Земля? А неужели от улыбки кому-то становилось плохо? Выйдите, улыбнитесь, вам улыбнуться. Неужели не радует? Радует. Неужели не согревает? Согревает. Когда ты на подъеме, и ты, а способ какой? Давать. Давать людям. А что давать? Если вы даете то, что приготовлено с любовью, если вы выражаете это искренне, то вы получите искренне. Если вы улыбаетесь, дегенеральная улыбка, да хотя бы это как в Турции или в хороших отелях улыбаются, они это делают профессионально. Даже это работает. Улыбка, даже это да. работает. Это работает лучше, чем вот это кислое какое-то выражение, которое ну, прям не хочется смотреть. Им же самим смотрят, а что происходит? Они смотрят на себя в зеркало и еще больше сжимаются. И вот хочется, чтобы люди перестали сжиматься, расправили плечи, занялись любимым делом и жили в кайф. У них все получится. А за этими плечами сразу вырастут крылья. Ну, знаете, Польша, она в 90-е годы пережила то же самое, что и Украина. Ну, похуже даже. Даже похуже. Они к нам даже ездили. Они ездили, было такое... А мы сколько им возили? Мы сколько возили. И на самом деле это правда. Это правда. Когда я вот проехал там несколько тысяч на машине от Польши и Берлин, в Прагу заезжал там. И вот как только ты заезжаешь на территорию Украины... И прям вот это, знаете, заправка, там я вижу заправка, и там ребята прям на заправке бухают, уже охрана подъехала их выводить. И вот депрессивная такая штука, не только связана с дорогами, но вот даже вот это в культуре. Почему народ на заправке бухает? То есть там такого быть не может, там тебе сразу скажут. Ну мы пьющая страна, к сожалению. Они там пьют не меньше, но они пьют улыбаясь. Ну не на заправке, я поняла. Не на заправке, и они, я к чему говорю, что атмосфера, не то что благополучие, атмосфера... Вот, ну, не то что радости, но люди более открыты, они менее страдают, это правда, менее ну, страдают. Ну, знаете, украинцы настрадались на самом деле и наобжигались на многих вещах, нам хочется, просто приходится сейчас учиться заново жить на самом деле и доверять другим людям, и доверять миру, потому что мы прошли на самом деле очень много и раскулачивания, и голодомор, и тяжелая массу история, других вещей. Тяжелая история. Тяжелая история, надо с ней бороться. Вот этой мантрой вашей. Не бороться. Я предлагаю это осознать,
Угу. Борьба это что? Опять какая-то борьба. Бороться, хватит бороться, ребята, давайте просто выберем. Выберем жить в кайф. Выберем заниматься любимым делом. Смотрите, выбор и борьба — это же разные вещи. Борьба — это процесс, а выбор — ты раз-сразу выбрал, и все, и живешь. Живешь по-другому, по другим принципам. Я не хочу, чтобы кто-то боролся, хватит борьбы. Борьба — бороться там, против наркотиков. Как мать Тереза говорила, если меня позовут на митинг против наркотиков, не выйду никогда. Потому что это опять, я про что? Видите? Это протест. Протест против, против. Нет, я выйду за. За здоровую жизнь. Вот я за, а не против. И не надо бороться. Я призываю всех просто выбрать другое. Выбрать открытость, выбрать улыбку, выбрать, потому что это выгодно. Это просто выгодно. Где вас искать в соцсетях? Рассказывайте. В Инстаграме. Что про, мы, про что успех. Мы пишем? Это канал, про который успех. Я веду. Про да. успех. Про латинскими, там подчеркивание успеха русскими. Да, про успех. Это в Ютубе. Любимое дело. Я там уже везде есть. Любимое дело с Антоном Ткаченко. Про успех с Антоном Ткаченко. Фейсбук везде. Я вот стал. Я вот как бы не люблю эти штуки. Там про семью я мало вылажу, но я уже превращаюсь в такой рупор пропаганды. Я, наверное, это и есть, потому что пропагандировать свои идеи могу только я. Ну, это нормально. Сейчас личный бренд — это популярная история. И если ты веришь лидеру мнений. Инстаграм, Фейсбук, то почему нет, я везде да? есть. Да. То есть надо, наверное, таким людям, как вы. Кожинск, которые... Проможен, КС-бук, у нас все, КС-мотивейшн, и везде там я присутствую. Ну вы лидер мнения, как вы считаете? Я не думаю, что лидер мнения. Я не боролся за лидер мнения. Я лидер, может, своей команды. Вы же не боролись, вы выбрали, мы же с вами договорились. Да. Не надо бороться. Я выбрал, я лидер, меня... Ну вы авторитет? Для... В своей команде, да. Ну, конечно. Своей, но не авторитет, а, наверное, лидер мнения. Ну, я не имею в виду авторитет, я имею в виду человек, которому прислушиваются, которого уважают. Теперь вот история про успех других людей. Люди же вам доверяют своей истории, правильно? Да. Это же на самом деле достаточно интимно. Прийти к человеку и вот рассказывать, да, как ты пришел, что ты преодолевал, боролся, выбирал, там, шел, да, как ты понял, что вот... Вот это оно, да? А в вашей жизни был такой вот переломный момент, когда вы поняли, что вы не хотите заниматься только бизнесом? Вот именно такой вот проснулся и понял, что все, я хочу про успех. Да, это потому что ну, вот у меня была цель построить дом, купить машину, родить ребенка, там дерево. И все сделали. Я все сделал и понимаю, что дальше. Ага. Ну вот любое благополучие. Состоялся, да? Ну вот состоялся, выполнил вот эту программу социальную. Угу. И вот дальше, ну, ну окей, там, я представляю, ну будет там больше денег, там, ну вот куплю себе другую машину. А и вот, вот все вот эта история, она не наполняет меня, вот знаете, вот ощущением жизни. Угу. Вот ощущение жизни, оно происходит тогда, когда вот горная река, она просто бежит. Угу. Ее задача с вершины, обогретой солнцем, с склонов добраться до океана. И она честно преодолевает свой путь. Я понимаю, что мне нужно тоже идти. Идти к своей цели, к какой-то мечте. Что и... тоже река. Я тоже горная река. Я не, ну, не хочу стать болотом с лягушками. Накопить себе можно эту воду, но если она не будет бежать дальше, она при этом начнет лягушки квакать. Я не против лягушек, ничего не имею против. Они тоже часть жизни. Но я понял, что я хочу быть этой горной рекой. Обновляться. Радоваться, знакомиться с каждым камушком. У нее сколько интересного, представляете? Она берет свое начало там, где нет растения. Потом идет знакомиться с растениями, с камушками. Их там миллионы на пути. Потом она пересекает города. Каждый человек, кто-то ей выскажет как что-то плохое. Кто-то выскажет что-то хорошее. Она со всем знакомится. Совершая свой круговорот. И я понял, что это моя деятельность. И является той горной рекой, в которой я с удовольствием сейчас нахожусь и получаю удовольствие от каждого дня. Особенно, если мне можно поболтать на мою любимую тему, так это вообще супер. Мы поболтали на вашу любимую тему. Да. Есть мечта? Мечта? Мечта как предприниматель или общественный? Как горной реки. Горной реки? Ну, конечно, я хочу, чтобы наша деятельность, она стала... признанной, она стала популярной, она стала интересной, не просто потому, что это какой-то лейбл, а потому, что она начала приносить людям пользу. Вот вышла реклама там в Ютубе и книжки буквально вчера, они до этого продаются, но прям вчера, я не знаю, не буду хвастаться, но там, не знаю, мы, наверное, около 1000 штук продали только за один день. И сегодня эта история повторяется. То есть человек, который действительно взял эти книги, он почитал их, и он не дает рекламу. Он вообще не дает рекламу, но он без денег, в виде исключения, сказал о том, что это очень классная штука, классная история.
И порекомендовал. И к нам вот начали прямо обращаться и пишут, у нас там пакеты мы носим. Вот доставляет удовольствие, потому что эта идея пошла в руки. Люди берут и увидят в этом пользу. И вот я хочу, чтобы эта ситуация развивалась, чтобы это становилось больше, 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 потому что на самом деле она не про деньги, она про пользу. В этом всем очень много труда. И когда говорят, ну какой бизнес, я показываю, сколько денег я потратил на проект за год, и сколько я заработал, говорю, ребята, про деньги, может быть, и никогда не будет. Но пока это, мне это интересно. На самом деле, это тоже благотворительность, потому что вы приносите пользу, вы творите благо. Ну вот, это да, мне нравится. Вы дарите что-то. Я приношу пользу, знаете, вот, и супер. Мне нравится. И вот хочется сделать это больше на разных языках, чтобы как можно больше людей услышали свой внутренний голос и действительно занялись любимым делом. И чем раньше он это начнет делать, тем он не испытает, не предаст себя и не попадет в капкан, из которого, возможно, у него не хватит сил уже выбраться. Потому что пока мы молодые, нам кажется море по колено, мы все можем. Вот это вот возраст 15-16, волшебный возраст. И мне прямо жалко тех ребят, которые вот попадает в капкан или ставит себе ложную цель. У меня вот еще один пример такой. Девочка вот занимается английским языком. И говорит, а что ты хотела? Вот я с ней разговариваю. Хотела заниматься английским языком. Она классно разговаривает. Потом она вышла замуж и хочет уехать в Эмираты для того, чтобы заработать денег и начать здесь заниматься потом какой-то школой английского языка. Я говорю, кто тебе мешает сейчас это все делать? Иди в компанию, работай, набирайся опыт, снимай там какое-то помещение. Делай это сегодня. После того, зачем ехать в Эмираты? После того, как ты в Эмираты пойдешь, ты заработаешь там 3-5 тысяч долларов, ты там настолько настрадаешься, отдались от своей мечты, приедешь уже уставшая, и ты свою вот эту энергию потратишь. Ты сегодня по чуть-чуть делай. Это лейка. Это лейка, которая она заливает. Социальная лейка. Социальная лейка льют, там идите, ребята, там деньги. А не всегда деньги нужно поменять на улыбку. Потихонечку сегодня можно выстроить себе путь специалиста, который занимается любимым делом. Я приношу пользу, и это супер, сказал сегодня Антон Ткаченко, который назвал себя горной рекой. А я желаю, чтобы вот все, что вы делаете, превратилось в океан, наверное, океан добра, океан пользы, чтобы, ну пусть это будет особая религия, да, Cogens Promotion, чтобы она циркулировала, вот, и все друг другу приносили пользу, наверное, мир будет гораздо счастливее. Я надеюсь на то, что люди будут делать выгодный выбор для себя, просто выгодный. Выгоднее быть с улыбкой, чем без, выгоднее заниматься любимым делом, выгоднее получать удовольствие от того, что ты делаешь, это выгоднее. Дякую вам дуже. Це був пан Антон Ткаченко, Гірська річка, батько-засновник руху «Кожен спроможен». Шукайте в Інстаграмі, в Ютубі, в інших соціальних мережах назви «Кожен спроможен», «KS Motivation» і про успіх. Ви дізнаєтеся більше, і я думаю, що користі від цього вам буде дуже багато. Займайтесь любимим ділом, друзі, у вас все вийде. Я дякую вам за увагу. На все добре. До побачення. Счастливо.